Наш путь — это сохбет, и в собрании заключено благо. Наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправлял сахабов в разное место, чтобы они распространяли ислам. Согласно его сунне, шукр Аллаху, мы продолжаем это дело, иншаллах. Сегодня мы отправляемся в долгую поездку на Дальний Восток, иншаллах, по приказу нашего пророка и машайха. Мы делаем это ради довольства Аллаха. Не все люди могут приехать сюда, потому что это большое расстояние и большие расходы. Есть много бедных людей, у которых нет таких средств, поэтому они радуются, когда видят нас. Аллах вкладывает любовь в их сердце, когда они видят машайха и людей, которые указывают им путь Аллаха и проявляют к ним уважение. Аллах дает им бараку. Он дает им духовную и физическую силу. Этот путь — прекрасный путь света. Аллах распространит этот свет по всему миру, иншаллах. Но пока мы живем во времена большой фитны и притеснений, поэтому мы стремимся сделать все от нас возможное, чтобы продолжить это дело, этот путь, путь Мауляны шейха Назима. Он проложил этот путь по всему миру, к востоку и западу, к северу и югу. Нет такого места, где не было бы его пути. Многие люди его помнят и знают шукр Аллаху. Поэтому мы отправляемся в эту поездку, чтобы выполнить доверенное нам, иншаллах. Пусть Аллах примет это. Пусть эта поездка станет средством руководства для людей и для нас. Пусть в ней будет больше любви, иншаллах, потому что этих людей обманывают, их вводят в заблуждение, им показывают ложный путь. Поэтому пусть Аллах поможет нам. Цель этой поездки — продолжить сунну нашего святого пророка и других пророков. Пусть она будет благословенной. Иншаллах, мы едем в красивое место, но вначале мы посетим Каабу, совершим умру и посетим макам нашего святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Иншаллах, с этой баракой наша поездка приобретет еще больше духовной силы. Пусть эта барака оттуда дойдет до людей, и пусть они ее получат, иншаллах. Пусть она придет ко всем, иншаллах. Вамин Аллахи ат-тауфик. Аль-Фатиха.